сегодня посмотрели, как идет ход работы. Хочу вам сказать, что развязка Волгоградского проспекта с МКАДом мы планируем сделать подарок ко дню города. Значит, работа идет полным ходом. Фактически строительно-монтажные работы в основном уже завершены. На 95% сделаны конструктивные элементы. Идет благоустройство, идет укладка верхнего полотна дороги. В общем, я удовлетворен ходом работы, как идет развязка. Также следующая у нас эстакада в районе станции метро Котельники. Тоже полным ходом идет строительство. Ее контрактный срок февраль 2015 года. Но мы сегодня с подрядчиком еще раз обсудили и ставим ему задачу, чтобы к концу этого года эту эстакаду закончить. То есть шансы на это все есть, работы идут хорошим темпом.